Приходит мужик к психиатру и говорит: доктор, каждую ночь снится мне один и тот же сон, что я на веревке тащу, блядь, железнодорожный состав от Красноармейской до Павелецкой, а утром, блядь, просыпаюсь весь разбитый, вообще неработоспособный. Он говорит: ну, внушите себе перед сном, что вам поезд этот нужно тянуть, ну, не до Павелецкой, а, ну, до Домодедовской. Он: ну, хорошо. Приходит через некоторое время и говорит: доктор, другой сон мучает, что, блядь, каждую ночь мне надо 10 теток обработать, блядь. И я вот весь разбитый просыпаюсь. Он говорит: ну, опять же, внушите себе, что вам не 10-рых надо, а 4-рых обработать. Он говорит: доктор, давайте хотя бы 2. Он говорит: а что так? Ну, все же мечтают, ну, 4 – это нормально. Он говорит: так ты не забывай, мне же еще от Красноармейской до Домодедовской поезд тянуть.